Всем привет, ребята, я тут, короче, летал по карте и наткнулся на очень интересную базу, где, как оказалось, наши старые знакомые играли. И эти люди нас рейдили в составе трайба вместе с, там, с китайцами, там вообще сборная солянка была. Они нас рейдили на Аркаве, и я решил вернуть им должок, раз они сюда заглянули. Но перед началом немного рекламы. Сервера Арк Россия. Вайп серверов был 4 мая. В кластере все 5 карт. Рейд на серверах X5. Минимальный набор самых нужных модов. Бесплатные стартовые наборы. Еженедельные розыгрыши и подарки. Есть свой автодонат-магазин, бонусные промокоды, скидки. Взрослая неиграющая администрация 24/7. Выделенный сервер с отличным железом и дос-защитой. Ссылка в описании. Так, выкапываем моего жнеца. Так, отхилены, отлично. Ну, чё, пошли. Вроде они где-то около водопада были. Да, действительно, вот и они. Так, аккуратненько. Во, нормально дело пошло. С самого начала выбрал не очень удачную позицию. Буду разряжать отсюда. Во, нормально с ручейка еще лучше разряжать. Ну, теперь все дело времени. Да, господи, сколько же у них там патрон? Ой, чё, все что ли? Неплохо. Так, а я могу эту органику съесть? Да, нормально прокусывается. Вообще здорово, даже турельники не стреляют. Так, отлично. Тут дальнюю бы еще. Давай. Ага, и справа одну. Это не достаю вообще? Да, достал. Так, стоп. Какая-то турелька. Ага, вон там вот дальняя турелька еще стреляет. Ну ладно, разряжаем. В общем, все, что можно было разрядить с этой воды, я разрядил. Сейчас попробую туда запрыгнуть. Ох, господи, лишь бы меня сейчас турки не сбрили. Так, сейчас надо как-то выбрать более подходящую траекторию, прям чтобы посмотреть на базу, чтобы все турели стреляли мне чисто в голову, в рипера. Так, 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 хорошо. Это все, что ли? Лол, это серьезно, что ли, все? Только одна органика осталась? Блин, ну, я даже не знаю. Я как-то рассчитывал на большие, типа там ребята очень жесткие играли, плюс еще постоянно выпендривались в чат, когда нас пытались рейдить. Конечно же, зарейдить они нас так и не смогли. Ну, теперь я им верну должок. Так. Отлично, сейчас зеленочка пройдет, надо подождать, и дальше будем смотреть, что можно сделать. Я думаю, что, в принципе, наверное, получится прямо к базе подойти, да? Да, прям под базу вообще турки ничего не стреляют, отлично. И тут я понял, что я вообще не брал сижек. И их у нас даже не было. Решил взять пока что дрейк, чтобы побыстрее все это сделать, потому что на рипере не очень удобно тут постоянно прыгать. Сейчас на дрейке попробую. Главное, сейчас под турк не подставиться. Будет очень обидно, если сейчас меня убьет. Так, давай. Ай, что-то меня куснуло. Ну, дрейк, давай залезай, аккуратно. Ага, еще один турк остался. Сука, а раньше она не стреляла. Ой-ой-ой, опасно, грудака уже нету. Так, быстро-быстро-быстро! И mission complete. Так, теперь надо взорвать все это дело. Там вот слева у них, короче, промзона стоит, слева у них турели стоят. То, что я, наверное, не буду слева взрывать. Давайте, наверное, справа, вот тут, где у них пилары как раз идут. Так, давайте, наверное, вот эту стеночку взорвем, с нее начнем. Может, она мешает туда зайти. Да. Давайте тогда с нее начнем. Сижек я подкратил, в принципе, должно хватить. Ну, дрейк, убери, пожалуйста, голову. Так. Так, с чем мы имеем? Мы имеем потолок. Ага. Ладно, сейчас структурки пропадут. Тогда и потолок взорвуем. Ё-моё, еще и кто-то на дрейк летает. Чё-то мистикотно. Надеюсь, что это подписчик. Так. Стоп.
Но, в принципе, судя по тому, что он меня не начинает пиздить, это, походу, подписчик. Да? Подписчик. Отлично. На самом деле, здорово, когда вот так вот играешь на сервере и встречаешь на карте своих подписчиков. Так, разбегаемся. Угу, что у нас тут? Ох ты, фига, сколько баранины. Зачем ему столько мяса было? Так, ладно, что у нас тут? Паста. О, структуры, паста, ё-моё. А вот это вот вполне нормально так-то. Можно считать, что, в принципе, рейд отбили. Сейчас самое главное купить вот эти вот 6 сижек, которые я потратил. Во, батарейки. Вот это вот прям по красоте. Так, ну, на самом деле такое себе, но я думаю, что, в принципе, учитывая, что это еще и старые враги, я думаю, что рейд вполне окупился. Так, вот эти вот структуры, какие надо будет сейчас забрать, перегрузить все в Дрейк, отнести на базу. Красные гемы тоже можно будет забрать, чтобы самому не долбиться. Порох. Тоже кристалл можно будет, наверное, перетащить. Ладно, начнем. Так, а где у них станки были? Так, здесь у нас что? Ага, я это лутал, да? Да, это мясо. Я тоже все... Да ё-моё, сука, убери свой хвост! Видит бог, я не хотел тебя убивать, но, сука, ты мне помешал. Не обижайся. Так, отходим. Господи, какой же у него длинный хвост, это ж невыносимо. Прощай, мой милый скальный Дрейк. Можешь еще этих мопсиков убить. Так, нет, видимо, с винтовки это надолго. Ну, красиво. Сука, один выжил. Урод. Так, ну, мы тебе не позволим жить дальше на этом свете. Да так что, чувак, не обижайся. Так, ну, в принципе, вроде бы тут всех убил, да, сейчас надо пролутать тушки, мало ли, может, где-то еще что-то заныкано. Так, а это еще что-то такое? А, так елки-палки, это же Дрейк-подписчик, он, походу, в себя поверил и решил на крышу залезть, а его там турки сбрили. Базу-то мы офнули, а вот там вот дальше у них, дот из тяжелых турелей стоит, так что, походу, они его избрили. Ладно, давайте сейчас вот это все отнесем. И тем временем уже Рипер отхилился. Так, Дрейк он все-таки все забрал. Аккуратно. Угу, органиком. Так, с какой бы стороны зайти к этому доту, я даже не знаю. Давайте, наверное, через правую сторону попробуем окульными путями, так сказать. Так, он решил краба покушать, что ли? Так, дай мне пройти. Блин, чувак, мешаешь, дай пройти. Угу. На самом деле, у них вообще какое-то место не очень удачное. Так, аккуратненько за угол. И все, пошла жара. О, нормально. Теперь осталось следить только за своей броней и за Рипером, чтобы его не убило. Так, а откуда вот эта вот маленькая турка стреляет? А, хорошо, я понял, это с промзоны. Ой, да ладно, что, все? Разрядил? А, нет, вот еще две тяжелые. Блин, у меня так Рипер может откиснуть, сука, хп-то мало.
Так, сейчас тут надо быть вообще супер внимательным. Потому что риперов у меня не так много, у меня их всего парочка. Так, нет, уже совсем плохо. Отходим. Ой-ой, тихо. Мне тут лишние жертвы вообще никак не нужны. Сейчас его надо будет отвести к цветочку, отхилить. Так. Сейчас надо вот эту вот органику съесть, потому что она меня уже реально начинает бесить. Каждый раз, когда я сюда прыгаю, она постоянно меня слепит. Во, шикарно. Теперь она нам больше не помешает. Чё, краба что ли покушать? Кстати, я пообщался вот с этим пареньком-подписчиком, который тут со мной на дрейке бегает. Оказывается, что вот этот вот самый трайп, его приходил уже рейдить. А вроде как они приходили вдвоем, либо втроем к нему на базу, в два рипера. И одного рипера умудрились слить. И второй у них, я так понимаю, где-то тут рядом должен быть закопан. Либо они его вообще спрятали где-то не на территории базы. Но в любом случае тут получается, что даже какая-то двойная месть, можно сказать, происходит. Так, почему по мне турка не стреляет? Шкафы, может, мешают? Да, мешали шкафы. Почему он все бегает, лутает? Блин, мог бы помочь мне хоть. Вот сейчас вот реально как-то рук не хватает. Можно было бы вот этот генератор просто вырубить, который слева в будке находится. Сука, но турка на only player, и, блин, я даже слезть не могу. Он сможет его вырубить, нет? Во, хорошо. А то разряжать тут каждую турку, это я вообще охренею. Так, что у них тут? Винт. Прятки. Китина много. Угу, газ, гемы. Синих гем до хера. Ну, блин. Ну, что-то я как-то ожидал более чего-то ценного. А ладно, давайте сейчас тогда разрядим вот тут дот дальше. Который мы так и не доразряжали, заодно свой труп залутаю. И это нам даст возможность дальше промзону взрывать. А то там уже турки перекрывают. Так, шикарно. Себя залутал. Уже, можно сказать, не просрал ничего. О, это он что, пакет нашел? Бля, реально, сумка. Ё-моё, тут металла-то много. А я, блин, бомжую, каждой найденной стенке скрафченной радуюсь. У них тут металла куча. Что тут грибы, но они что-то как-то не действуют, странно. Так, ладно, сейчас надо бы доразряжать все-таки тот дот, попробовать. Поменяю еще броню. Так, ну что, давай погнали. А, так господи, блин, мы уже все турки разрядили. Ладно, тогда давайте сейчас до органики доковыляем хоть как-то. Сожрем эту органику, чтобы она не мешала. И можно будет вообще взорвать тогда геник в этом дойте, чтобы все турки повисли. Потому что с другой стороны мы его вообще не разряжали, с другой стороны, скорее всего, будут заряжены турели. Надеюсь, он поймет, что я от него хочу. Ой, ты какой красавчик. Нормально.
Как бы мне тут... Давайте вот так вот сразу взорвем мы два верстака, два станка. Одним залпом, так сказать. Так, пускай он отходит оттуда. Надо ему сказать, чтобы он весь лут в сумке перекидывал. Ну куда, блин, он пошел? Господи, уйди, там сишка. А, как же сложно без дискорда, конечно, с людьми общаться, это капец. У меня еще какой-то баг с арком, у меня игровой войс что-то перестал работать. Вообще никакой связи, только через чат, это ж пиздец неудобно. Я такая сделал, что мою сишку спиздил. Ну что, он будет взрывать? Нет, что он делает-то? Эй, иди взрывай. Что ты с сишками бегаешь? Во. Так. Ничего-то не стреляет. Ой-ой-ой, органика, я понял. Сука. Так, паста, батарейки. Чё, о, лук, нормально, патроны. Ну, на самом деле, такое можно было бы и лучше. Вон, Дрейк поставил. Наркота, патроны. Тоже, о, потолки. Стоп, еще седло. О, паста с электроникой. Блин, вот чё-чё, а вот на Айбере с электроникой вообще полная жопа. Это охренеть, как сложно фармить. Так, берем. Берем. Все это берем. Так, осталось это. Так, все, тащим в сумку. Так, забираем это добро. Ой, тихо. Да какого хрена, блин, по мне органик стреляет, я же за сумкой сижу. Ну блин, она же не должна через сумку простреливать. Какого черта? Так, последний нагрудник. Последний целый нагрудник. Хотя давайте я ее вообще просто сожру. Так, с одной стороны. И со второй сожрать надо. А то это совсем какой-то капец, она урона практически не наносит, но столько неудобств причиняет. Кошмар. Ого, тут пороха было. О! Охренеть, у них турка по фулам была заряжена. Жесть, я даже немного дропнул. Капец. Господи, вот это у чуваков патрон. А, чё? Ну ладно. Да какого хрена, сука? О, господи, ну что за... Походу придется полностью весь этот дот опускать, что ли. Ё-моё, вот хотел сэкономить, просто турки взорвать. Так, а на крыше у них есть патроны? О, что-то есть. Нормально, по 300 патронов их было. Еще 300. Еще. Слушайте, ребята вообще на самом деле молодцы. У нас может со всей базы, если у нас крести, может патрон, не знаю, 2000 наберется. А тут мы с них уже сколько подняли. Капец, ребята вообще реально богатые были. Вот на самом деле я бы их вообще даже не трогал, если бы они... не рейдили меня на другом сервере и не выпендривались бы при этом в чат, потому что, ну, ребята реально очень любят почесать языком. Вот можно сказать, что дочесались.
Конечно, по рейсам не очень, но по патронам я вообще жестко поднялся. Так, все в мешок скидываем. Ну-ка, есть что-то? Не есть, да там сумочки что ли нету? Эй! Там походу сумки нету, да? Соседний сейф почти взорван. Так, да, блин, там даже мешочка нету. Ладно, давайте этот сейф добахаем. Так. Ой, ты какая красота, даже все рухнуло. Так, какой вот этот, да? Металл, камень. Ну, такое себе. Капец, тут этот Дрейк весь рейд практически стоял, никто не трогал. О, красиво. В стиле дот. Ну, тут, скорее всего, у них даже не все патроны были заряжены. Ну да, у них не во все трейли даже патроны были заряжены, и часть я еще разрядил. Что же, на самом деле, спасибо большое чуваку за помощь. В принципе, я мог бы это все и один зарать, у меня просто сижек не так много. Но вот у чувака они, походу, оказались в избытке. Что ж, я думаю, что если ему отдать все ресурсы, вот типа камня, всего вот этого вот металла, тон металла, которого мы у них нашли, не знаю, там уголь, что там, гемов куча, просто куча гемов, кристаллов, пускай он все это себе забирает. Если я возьму, наверное, ну, вот тут дерево, пускай с углем забирает. А если я, наверное, возьму только электронику и патроны. Что ж, ребята, а вам всем спасибо большое за просмотр. Ссылочка на сервер, где играем, в описании. Всем удачи! Королевская корона на королей. Я ведь ложил, но не тузы, а